Продолжаем. И, как обычно, не бывает, чтобы прям все было совсем без проблем. Мы прошли уже этот уровень, но запись у нас побилась. Получается, что показать мы вам не сможем первое прохождение. Придется переигрывать уже, и реликвии у нас там собраны по большей части. Единственное, что мы как-то вот напропускали, это урны. Мы знаем, где одна реликвия, потому что мы ее видели, но не успели. Ну да. Там зомбак унес. Вот. Урны всего одну нашли и не нашли один журнал. Да. Там был достаточно интересный босс, и вот очень обидно, что мы его не смогли показать именно в первоначальном виде. Ну, как ни странно, мы недолго там провозились на нем, на этом боссе. Но помирали зато нормально. Ну да, ну но потом... Но получилось так, что вытаскивали саркофага друг от друга, нормально все. Расскажем. Уже, я думаю, надо просто показывать. Ближе к месту. Да. И еще вот видите, мы в таком нестандартном составе. Составе, да. Я буду за Грейси, а Наташа будет за... Профессора. Профессора Де Куинси. Архимед Де Куинси. Ну, я за него не бегала особо-то. Поэтому да. Ну и все, она первый, вот этот предыдущий раз пробежала тоже как раз за него. Дохлый он, правда, такой. Ну, дохленький, да. Ладно, вперед. Ну, поехали. The Witch Queen's sinister scheme has been stopped once and for all by the Strange Brigade. Congratulations, Brigade. The last of the soul cages has been destroyed. And Seteki's dreams of world conquest are over. But the Witch Queen herself yet survives. Blast! And is at her most dangerous, now that we have her cornered. We fear she now seeks to open up a gateway to the afterlife. The spirit realm. Is that even possible? Oh gosh, I should hope not. With the power she gathered from the soul cages, I'm afraid so. Blast again! We're approaching Seteki's lair. You must stop her, Brigade. If she can't rule the world, then she will destroy it instead. Великая пирамида. Вот, кстати, то самое место. Да. Где босс батл. Кстати... напомни мне, там, где будет арсенал, взять какую-нибудь гранатку с огненным типом. Зачем? Сетеки's cornered, but she's not out of the game yet. Can our hero stop her terrible plan before it's unleashed on the world? Потому что, помнишь, мы там находили стену заросшую. Mm. И там явно что-то лежало, там деньги какие-то лежали. Но я уже взяла. Смотри. Что взяла? Гранатку. А. Понятно. Я тоже про эту стену подумала как раз. Молодец. О, стой. Вот и урна, блин. Ну круто, че. Смешно. Почему-то мне кажется, что остальные урны тоже будут в каких-нибудь прям мега очевидных местах. Потому находиться. Что мы все по дальним смотрели. Да. Вот одну урну мы сбили, которая вон там была. Только мы ее чуть дальше нашли. Splendid shooting, Strange Brigade. Ну, естественно, мы в любом случае будем обшаривать все, что можно. Okay. По поводу гранаты, то, что вот мы говорим, там... Ты зачем это сделал? Что? Ну я случайно. Понятно. По поводу гранаты, вот мы говорили, там просто место очень такое очевидное. Там за лианами светились монетки. Мы крутились-крутились около этого места, крутились-крутились. Так, а где? А, вот. Сидячий человечек, ножки. Сидячий человечек, ножки. Еще раз то же самое, да. И опять сидячий человек и птичка. Есть! Там, по-моему, ничего такого, там чисто сундучок, да? Да. Просто сундучок.
Просто сундучок. Надо было подойти и стырить деньги. Ну подошел бы, достырил. Да нет, я ж не такой. Такой. Так, вот здесь журнал был. О, кошка. Да, кошка. Ага. Да, точно помню, что здесь был журнал. Мы попробуем потом показать, наверное, журнал, который нашли, потому что я знаю, что некоторые читают. Вот. Если получится это как-то вставить нормально, то покажем. Там тупик же, да? Да. Ага. Ага. О, сундук за 500, и опять у меня нет денег. Ну, сейчас будут. Видно, не судьба. No time for gawping at these magnificent colossi, Brigade. Not when there's blackguards about. Ой. А что это? Сверху. А, вот. Да-да. Я забыл про них. А я думаю, почему не лезут-то? Почему не лезут? Гад. Не дал мне гранатку нормально кинуть, куда я хотел. Ух ты. Да кто опять там кидается? Достали. Только подхилился. Опять, ну, у меня уже. Тоже он. Здоровье не очень. 5 centuries those statues have stood here, but I doubt they've ever gazed down on such a magnificent display of battle prowess. Well done, brigade. Вот здесь вот. Смотри бутылочку, Саш. I'll be having that. Так, хорошо. Я думал, просто ее пошла пить. Нет, нет, нет. A perplexing pressure plate. The world may be ended, but there's surely always time for some puzzle solving. Так, а что у нас там? Ключ я активировала. Подожди, ключ, нам же нужно. Ну я пока его никуда не ставлю. А они передвинули их, слушай. Они их передвигаются реально. Вот это слизистая фигня. Потом, получается, вон вижу. Я ее называю грустная утка. Вот это я не знаю, что это такое. Какой-то человечек перевязанный. Человечек перевязанный есть, и грустная утка твоя тоже есть. А где третья? Где третья подсказка? Или может она там же висит, я ее просто не заметил? Странно. Вот она. Вот здесь висела вот раньше. Вот змея. А, змея, хорошо. Все-таки передвигают. Да, прикольно. Да, да, передвигаю. По-моему, первая реликвия, да? Да. Oh, there's always time for a bit of relic reallocation. Saving the world costs money. Это здесь, по-моему, второй был. Да, вот здесь журнальчик был. По-моему, вот в этом углу. Денежки, денежки. Ah, yes, rolling, that's a good trick. А
Oh, yes, this'll sort them out right proper. Oh-ho, explosives at a distance. Jolly useful. Гранатомет. Первый раз у меня такая пушка просто. Думаю, что-то не узнаю. Так, ну ладно. Ну, урны я вроде не вижу. Ставлю? Да, наверное. Подожди, подожди, подожди. Вот здесь-то мы не были. Точно. A chest. Well, what's in here then? Денежки. В принципе, я уже и камушком, и денежком. Фиолетовые камушки есть, и денежки есть. The key to success. Onwards. There's supernatural sorcery to stop. Вставлять камушки особо некуда. Можно, конечно, автоматики попробовать еще. Но как-то я их не очень понял. Refresh yourselves as quickly as you can. There's no knowing what horrors our foe is planning to unleash on the world. All right, your ladyship. Just give us time to get our breath back. Кошка. Ага, вижу. Aha! Take that, young cryptic cat. Что вот с этой кнопкой делать? Reload time. А, кстати, да, вот видели эту кнопку, я так и не поняли, для чего она. О, открылась. А, короче, под нее надо было просто встать, ага. Смотреть наверх и пострелять. А, то, что я там стояла, что ли, под ней? Да, похоже. Ну ладно. Камушек там был. Сундучок скорее просто. А мне нужна зелка. Если будет зелка лишняя, скажи. Да, хорошо. Все, дальше, по-моему, можно. Да. Ну, в принципе, как я и предполагала, что просто тайник простой. Да. Так а чего? Мы реликвии фактически все нашли. Ну да, да, да. Не, но мы же нашли эту кнопочку до того, как... Мы же еще не знали, что там. Так. Сундук. Сзади, сзади, просто зайди на кнопку. Я ее открывал, потому что в прошлый раз. А вот? На кнопку просто встаешь и поворачиваешься назад. Ага. А если перепрыгнуть просто вот так, ради интереса? Ну, попробуй. А их не то? Понятно, ладно. Я пробовал просто. Здесь столько мест, где можно эти урны попрятать, конечно. Угу. Кроул. Delaying tactics to slow our heroes down. This evil enchantress knows all the tricks. А это, а ты вот здесь вот была? Где? Вот. Да. А, ну хорошо. Когда ты там как раз открывал вот эти вот. Ага. Я здесь открыла. Здесь 500 монет был в прошлый раз. Там уж. Ага. Тоже такие большие пространства, вот. Прячь, где хочу, на любой скале. Турни. Да в смысле, уже не один раз в голову попал. Чего он не хочет умирать-то? Вот отсюда, кстати, по-моему, подстрелили вот эту урну. Да-да-да. Он там стояла. Но ее на самом деле можно потом ближе подобраться. Погоди. Чего погоди? Тут тайник, да? Да, я помню, что ли. Кошка. О, кошка. Кошка. Good shot.
Pity it's just a statue. А, ну да, вот же. Вот здесь вот был журнал, вот здесь вот. Да-да-да. А вот здесь головоломочка. A door that opens to reveal another door. Давай, беги тогда, я тут свечу тебе. Давай. Два бублика. Бублика — это вот это, что ли? Ну да. Два бублика, да. Потом корова, бублик. Нет. Это ты последнюю смотришь. Точно. Бублик, корова, корова тогда. И потом корова, бублик. Корова в бублике. Я есть захотел за тебя с твоим бубликом. Ну да, бывает. Терпи. А куда я денусь? О-о-о-о. Так, оружие у нас платное есть, если что, вот здесь вот на горке есть. Угу. Так, подзарядиться бы только вот. Бутылочка, Саш, говорил тебе. Да, сказать. Там есть бутылочка? Вот. Да, лежит. Хорошо. Там еще одна бутылочка есть, но она закрыта пока что. Так, ну хорошо, ты готова? Так, лазер? Чего лазер? Или сначала не лазер? Нет, сначала просто вот активируешь. Ну ладно, давай. Ага, во, точно, тот же колья закрывают. Спрячься я. Quite the perplexing pedestal. I wonder if pointing that beam in the direction of a tall stone chap will achieve anything. Мы увидели, когда пробегали не один раз там. Наказание Ра. Deadly death stare. Watch out, strange brigade. That's no statue. Ты посмотри на них. First deadly death stares, now murderous mummies. Look out, strange brigade. It's a trap. Да что такое-то, ну? В упор ты не попадаешь, чего? Гранатку кину, к тебе ближе. Quickly, Strange Brigade! Use the power of that fully operational death stare! О! Красота! А пока не надо. А вот тут рана. Рана, да. О, нет, его вырубило, слушай. Сейчас запущу защиту. А, тет-тет, не успею, наверное. Смог, смог, смог. Я тоже нажимала. Хорошо. Ну, тут, наверное, вдвоем быстрее будет. А там это нельзя прыгнуть? Сейчас будет прыгать, нельзя. Да? Ты будешь прыгать, нет? О! Наказание Ра. Это прыгай или что? Как-то слабо. Ах ты! А?
Ну я теперь фиг попадешь. Ого! Ух, нифига отдача! Точнее, радиус взрыва. Так, как меня задело? Сильно побило, да? Another bout of supernatural shenanigans survived. All in a day's work for the Strange Brigade. Я гранатометом просто пальнул, а я не знал, что он ну, настолько... Может, прям... это я заделал? Не-не-не, это я пальнул. Так. Активировала. Забрал. Что? Ключ. А. Ты не забудь еще бутылочку взять. Ты говорил там где-то. Да, уже. О, тайник. Везет тебе. Опять камень. Так, ладно. Идем дальше? Да. A perilous passageway or a tempting tunnel? Tread warily, brigade. Кошка. Let's see what this one's got for us. Так. Где-то журнал тут был, я помню. Только я не помню точно, где он лежал. А. Ага. Looks like quite the brutal brain teaser here, Strange Brigade. Так, что-то пошло не так. И не понял. В смысле? И а, чего? Да. Это развернуть надо. Почему они не дают вдвоем стрелять? Tantalizing treasure perks of the job. У тебя есть бутылка? У меня есть. Где-то здесь, по-моему, журнал лежал, что ли? В комнатке в этой. В углу. Не помню. Но, по-моему, где-то здесь. А ты еще одно оружие себе взяла? Ну да, у меня там мало осталось. 24 патрона всего. Такого небольшого автомата. Здесь мушкетон. У него тоже патронов немного. Ну, хотя бы помощнее. Да. Итак, не очень. Ну ладно. Нажимаем? Ну да. Да я бегаю, просто осматриваю. Головоломка. Все то же самое. А, шапка, собака и птичка. Шапка, шапка. Собака. Чё-чё-чё? Да ладно. Мы первый раз вообще не видели. Capital Crockery Culling there, Strange Brigade. Есть и плюсы, что
ту серию никто не увидит. Ну да. When is a door ajar? Now, you silly blighters, that's where. Где-то, по-моему, тут рядом должна быть эта стена из лиан, да? Сейчас побежит. Есть, сбил. А я за тебя поэтому попасть не могла. Думаю, сейчас подойдет и треснет тебя. Ой-ой-ой. Да, где-то здесь. Точнее, по-моему, чуть дальше. Вот здесь вот где-то, вот здесь вот где-то лежал еще один журнал. Вот здесь вот, прям где я стою. А, даже вот здесь? Ну, вот здесь, в общем. Мне казалось, он после бочек был. А, бесит. Прям за углом так неудобно. Это зараза, ну, хватит уже траться. Причем больно так. И обидно. Хорошо место сделали. То есть их не видно из-за кустов, во-первых, а во-вторых, из-за угла. Всё. Приготовься. Oh my. Что же делать-то? Не, ну вообще, это, конечно, подло. Такую толпу в таком узком пространстве. Я бутылку случайно выпила. Нет, ты ее не выпила, ты ее выбросила. Почему? А, выпила, слушай, точно. Молодец. Ну там еще одна лежит, кстати. Или ты пила ее? Нет. A fine discovery. О, мы, похоже, все собрали. Ну, круто. Че, увидел что-то, да? Нет, смотрю. Активировать? Наверное, да. Найдите ключ. Blimey. Who'd have thought that would happen? Ну, кто бы сомневался. Да блин. Ах ты. Откуда они вылазят-то сзади? Не пойму. Они прям вот. А, они тут появляются прям чуть-чуть. Да, 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 прям вот из земли вылазят. Ах ты гад. Слушай, бык! Бык. Два быка. Ух ты! Есть! А, второй дотон!
Есть, я думаю, что есть, ее там зажали. Не, я... Что такая радостная? Одного быка просто забила, и тут второй пролетел мне прям в лоб. Понятно. Так. А... Тут сделка, если надо. Ну, не откажусь. Забирай тогда. А у тебя что? У меня более-менее нормально. It belongs in a museum. Or in our... Камушек брутальности. Это мне надо. Это теперь можно взять, наверное. М? Да, оружие неудачно попадается. Потом говорю, я, наверное, возьму еще один сундук. А, вот здесь вот еще простой сундучок открой тогда. Вот здесь вот где-то. Ага. Так, ну я, наверное, ключ могу поставить. Ну да, ставь. А, мне его подобрать надо. Это, наоборот, ключ мы тут берем. Не, ну я думал, ты просто взял уже. Нет. Our brave chaps climb ever onwards, with the fate of the world in the balance. Give them a cheer, why don't you? Где-то вот здесь, по-моему. Да. Нет, слушай, или мы прошли, что ли, это место? В смысле? Да нет. О, нет. О. Или прошли. Смотри, как прячут. Ты в прошлый раз не видел просто? Ага. А я любимая головоломочка. А, сейчас они поломали тут все. Каждый раз по-разному. Да. Саша открыл ее где-то выстрела за 4, за 5, наверное. Фу, наконец-то. I've earned this. Tantalizing treasure perks of the job. Хорошо. Вон там кошка была, если что. Я просто, пока Саша там стрелял, пошла, она там мяукнула. Вот отсюда как раз вот она активируется. Сверху. Mm-hmm. Get that medicine down, you brigade. I know how to do this. Так, стоп. А нет, стоп. Все хорошо. Да, все хорошо. Так, а где заросли-то? Мы их все-таки прошли, что ли? Well, well, well. What do we have here then? Ух ты! Ого-го-го! А, там щитовики шли. Ага. Есть. Все, да? Что ли? Ну да. О, тут эта нычка твоя. Ага. Это уже третья, что ли? Офигеть. Бутылка нужна? Нет. Ну, хотя можно, в принципе, наверное, выпить. Вот они заросли. Так, оттуда мы пришли. Здесь у нас нычка. Ага. Want it to have this.
Ага. Сверкает там что-то внутри. Ну, чё, попробуй. Угу. Понятно. Portal to Duat, the realm of the dead. Are our heroes too late? Will the world succumb to the vengeance of Setteki? Чё-то забыл про это место. Да я даже не выходил сюда. Точно, смотри, сожглось. О, слушай, это журнал. Журнал, понятно. А его не видно было особо. Убили? Как-то неловко получилось. Ну ладно. Хорошая комнатка. То есть... Это огребло. А сейчас бахнет, да? Гранат лежит. Да, но она тебе-то ничего не сделает. Так, где-то я. Ага. Так. Где-то еще, по-моему, что-то тыкнуть нужно. Ага. Delightful. А вот точно. Я что-то про гранатомет свой забыл. Все вроде, да? Ну вроде. А мы одну урну еще не нашли, да? Да. О, я сюда не ходил в прошлый раз. Доходила? Да. Молодец. 500 денег всего. Хорошо. Ну, в смысле, как хорошо, нормально. Кошка! Oh, bloody hell, Gracie. What have you got yourself into this time, lass? Oh dear. Boring conversation, anyway. Круто. I'll be having that. А чё круто? Забирай сундук. А чё камень-то? А чё не взяла? У тебя есть такой уже несколько штук? Ещё один камень. Я даже не знаю. Но у меня на стабилизацию, по-моему, нет камня. Забирай. Magical munitions! Oh, what a delight! Вообще, не взяла я его, наверное, случайно, но, в принципе, он мне не особо нужен. Да, у меня один теперь есть. Тут зелка, если нужно. Что, где? Курицы вылезли? Да, из ящика вот здесь. Зомби-курицы, что ли? Зомби-курицы? Ну, звук там такой был прямо. Ну, да. Вот здесь вот журнал лежал. Вот здесь вот прям на краю, да. Я даже не обратила внимания, что там сказали по поводу них. Они нет, вылезли, они я их прострелила. Они вылезли с таким звуком, как будто зомби вылезли. Ну, да. Оу, мы пришли. Пришли. The end of the world. Not if these brave souls have any say in the matter. В общем, я такая пробегаю, осматриваем территорию. Я говорю, Саша, смотри, говорю, аж 8 штук.
Страшное дело. Ага. Смотри, что там я вижу. Оно же? Да. Он там. Прям вдалеке. На кругленькое вот это вот. Да, да. Пимпочка. Точно. Я же говорю, они будут стоять в самых очевидных местах. О, 4 из 4, все. У нас, по-моему, все собрано. Да, круто. Ладно, давай начинать. Каково же было наше удивление? Мое удивление. Сейчас все увидите сами. Look out, otherworldly bounders! The brigade are coming! А, точно. Сейчас еще гранатками сюда закину. Пусть приманивается. Аккуратно. The world's not safe yet. Keep at 'em, chaps. Так, полезли. Ага. Я не подумала, но надо было в последнем арсенале сменить гранату. А, да. Это бы пригодилось, конечно. A legion of the damned laid to rest. Ха! Splendid work. Ну мы молодцы даже. Ну вообще как-то да. Как-то легко. В легкую прошло. Ну знаю что-то. Oh my giddy aunt! This beastly cove's bigger than dear old Nilsson's golem. Титан пирамид, величественный гигант и защитник Сетеки. В принципе, мы отвалились практически сразу по очереди. Потому что мы не сообразили, что эти шарики можно сбивать. Мы от них пытались убегать. А от них бежать вообще бесполезно. Я побежал на ту сторону. В общем, пока он так делает, нужно вот на четырех колоннах выбить вот эти штуки. Потом попасть куда-то туда в центр. Короче, было много нового, мы, конечно, не сразу сообразили прям во всем, что как делать правильно. Нет еще. Зато эти полезны. Ага. Шарики бьют офигенно просто. Вот. Вот они ваншотают просто. Ну не ваншотают, но три штуки убивают, да. Вот смотри, какая-то волна уже. Это уже. Была третья, четвертая, наверное. Надо будет посчитать. Я на ту сторону побежал. Ты же на этой? Да, на этой. Так я с этим гранатометом проходил всю игру. Летят?
Вот еще. О, полетели. Так. Раз, два. Три. А! Гранат... Фу, патроны кончились. Ах ты! Ancient potions, a medical marvel for the ages. Да что такое-то? Во. Управление что-то потеряло. Я на ту сторону побежал. Да, блин. Ай, как неудобно там. Там шарики жали. Сбивать я надо. Я понимаю. Просто он может захлопнуться же. Я же до этого выстрелила в них. Что ты мне рассказываешь-то? Не, ну может. Просто у меня тут мелочи очень много. Все, хорошо. Они меня били. No time for celebrations, Brigade! Quickly, into the pyramid! The entrance to the ancient Egyptian realm of the dead, where no subject of the British Empire has gone before. Что-то там страшно. Красота. Просто суть в том, что если бы я взяла гранату, я бы просто кинула ее, они бы привлеклись, а я бы постреляла спокойно. А их там много было, этих зомбаков мелких, простых. Ага. Вот.